Пожарные не могут совладать с огнем на нефтехранилище в ливийском Триполи. Оно расположено близ аэропорта, за который не прекращаются бои. В результате столкновений противоборствующих группировок в Триполи и Бенгази погибли уже свыше 200 человек, почти 1000 ранены. Другие страны в срочном порядке эвакуируют своих граждан. В субботу в афинский порт прибыл фрегат «Саламис». На его борту десятки греков, китайцев, британцев и бельгийцев. Сообщается также об одном гражданине России. «Там действительно очень опасно. Мы слышали взрывы и стрельбу, даже когда садились на корабль. Ситуация все больше обостряется, и я не знаю, что бы было, если бы мы не покинули Ливию». Готовиться к отправке в Ливию и британский корабль. В операции по эвакуации будут участвовать морские пехотинцы. Иностранных граждан переправляют и через границу с Тунисом. В субботу ее пытались пересечь и десятки ливийцев. Противостояние между различными группировками боевиков в Ливии приобрело ожесточенный характер 2 недели назад.